идея хорошая про музыку кино на YouTube, но YouTube не даст монетизацию, это авторский звук. Друзья мои, монетизация в этом случае не от YouTube, понимаете? То есть там десятки, вы зашорены, да? У вас вот монетизация — это YouTube, там копейки, понимаете? Вот реально копейки. Вот смотрите, давайте так, у меня на бутике идей монетизация от YouTube за месяц $20. Консультация моя 6 тысяч рублей в час. Я через канал продаю там десятки консультаций в месяц. Вот просто, да? Почему вы так не можете? Вы так можете, просто ленитесь. Вы говорите себе, ну вот там вот не получилось, вот вы, да, меня, то есть вот берете свою баночку, вот надо просто нарисовать вашу баночку. Вот берете баночку, тут, кстати, мед есть. Но вот мед, если он есть, его сразу нет. А в вашем случае вы берете баночку, туда свою лень и мешаете завтра. Завтра будет наша лень уйдет. Я сейчас ее, она испарится. Ничего не испарится. Ничего не пройдет и никто ничего, кроме вас, за вас не сделает. Вот уверяю. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.